Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. В ефірі програма «Розмова на тему», і ми її сьогодні присвячуємо людині, яка нещодавно пішла із життя. Ми попрощалися на минулому тижні із відомим миколаївським науковцем, краєзнавцем, із корабелем, із людиною з великої букви Юрієм Крючковим. Ми сьогодні будемо говорити про творчу наукову спадщину Юрія Семеновича, і я хочу представити вам гостей, з якими ми будемо це робити. Отже, знайомтеся. В нашій студії сьогодні начальник відділу охорони культурної спадщини, управління з питань культури і охорони культурної спадщини міськвиконкому Ірина Анатоліївна Бондаренко. Доброго дня. Ірина Олександровна Удим, видавець, директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Леонідівна Левченко, і у нас в студії завідуючий кафедрою Національного університету кораблебудування імені Степана Макарова професор Віктор Михайлович Горбов. Доброго дня. Я сказала, що минулого тижня ми попрощалися з Юрієм Семеновичем, але я думаю, просто неможливо оцінити загалом той внесок, який Юрій Семенович зробив у культурний простір, науковий простір нашого міста. І от тут на столі перед нами чимало книжок, і це тільки, я думаю, права буду, як невелика частка того, що взагалі зробив Юрій Семенович. Ірина Олександровна, ви працювали з Юрієм Семеновичем, видавали книги. Чи права я в тому, що це справді невеличка частка? 65 опублікованих книг і 15 рукописей, які требують ще іздання. Є книги, які требують повторного іздання, які крайне необхідні місту. І є дві рукописи, які повністю вичитані, підготовлені до печати. І от як наслідя Юрія Семеновича Крючкова, мені би хотілося б привлечь внимание горожан именно к этим рукописям, которые являются вот на сегодняшний день готовы к изданию, подготовлены издательством «Эль Талисман» Василием Тарубара и с Юрием Семеновичем полностью согласованы. И я думаю, что было бы очень уместно в этом году и в следующем успеть, может быть, даже в этом, издать его книги. И одна из них – это его давняя и большая мечта «Николаевский модерн». И эти книги уже просто ждут большого, большого участия в том, чтобы они появились на свет. Есть программа поддержки авторов и издателей николаевских. Я надеюсь, что эта программа поможет нам в этом. Это немножко другая книга. Это основа, база. Вот, она тоже вышла это всего там, по-моему, около 50 экземпляров в этой книге. Вот. И вот некоторые книги, которые были последние, они просто уникальны, потому что они являются уже на сегодняшний день. Да и те книги, которые уже выходили раньше, они на сегодняшний день практически все библиографическая редкость. И во вторник будет 9 дней памяти Юрия Семеновича, и мне кажется, что нужно будет сделать все возможное и невозможное, чтобы эти работы увидели свет. Спасибо, Ирина Александровна. Виктор Михайлович, мы чаще говорили всегда, ну, по крайней мере, в этой студии, о Юрии Семеновиче как о краеведе. Но первой и основной профессией Юрия Семеновича было кораблестроение. И вот вы больше знакомы с его научными работами или вам интереснее все-таки вот те труды, которые перед нами? Я хочу сказать, что я знаком абсолютно со всеми трудами Юрия Семеновича. Последние, наверное, лет 15-20 он мне дарил каждую книгу, которую он выпускал, чем я очень горжусь. Что касается деятельности Юрия Семеновича как ученого, как создателя самых передовых в мире на то время атомных подводных лодок, она, конечно, ждет своего, эта деятельность ждет своего исследователя. Со времени приезда в Ленинград в
ЦНИИ 45, это Центральный научно-исследовательский институт имени академика Крылова, который занимался именно проектированием атомных подводных лодок. И до времени переезда в Николаев в 1973 году Юрий Семенович очень глубоко занимался вопросами теории и проектирования атомного подводного флота. Он является созданием теории ударостойкости подводных объектов. Вот одна из первых книг его научных, серьезных, которая вышла, «Ударостойкость судового энергетического оборудования». Это были 60-е годы. Она внешне вроде бы ни о чем не говорила, но для тех, кто понимал, это означало, что здесь изложены основы теории и методология проектирования атомных подводных лодок, которые будут защищены от возможных подводных взрывов, воздействий и так далее, и так далее. Вклад Юрия Семеновича, ну, очень велик в создание этих теорий. Ну и второе, где-то вот на грани между его ученым и популяризатором науки, ну, я уже говорил о том, что вот бомбой стало в 99-м году, или 98-м году, по-моему, выход его первой книги «Атомные подводные лодки Советского Союза». Еще вот этот флер секретности, он витал вокруг этой тематики, и работники Севмашзавода, который выпускает атомные подводные лодки, узнав о том, что у Юрия Семеновича готова рукопись, они свои деньги заплатили для того, чтобы издать эту книгу. По-моему, где-то долларов 500 по тем временам стоило издание. Ну, тогда профессор получал 18 долларов зарплату примерно. Это была его первая книга. И вот та летопись атомного подводного кораблестроения и энциклопедия, которую он создал, книг, она аналогов в мире не знает. Я знаю, что у Юрия Семеновича есть тоже еще одна работа, вот вы, как сказали вы, на грани науки и популяризаторства судостроения в данном случае. Это книга, в которой он рассказывает об именах кораблей. По сути, он стоит у истоков, ну, практически науки целой, которая рассказывает вот о том, как называли корабли, история этого всего. Да? Это караимика, это его название. Сейчас люди защищают диссертации на эту тематику. И это действительно только достижение и изобретательность Юрия Семеновича Крючкова. И его плодотворная научная деятельность в этом плане тоже. Ирина Александровна, если вы позволите, вот особенностью творчества Юрия Семеновича было то, что вот, например, историю подводного флота он отражал через биографии, через судьбы создателей. Ведь его основной труд по подводному кораблестроению называется «Подводные лодки мира и их создатели». И таких было несколько книг, в том числе и «Призраки Нептуна», в том числе и книга, которая посвящена Чернышову, генеральному конструктору. Вот это такой необычный подход, но он давал именно целостное представление о объекте творчества этих лиц. Лариса Леонидовна, для вас большой объем работы, да, сегодня творческое наследие Юрия Семеновича, оно, ну, просто огромно. И мы с вами недавно говорили, в этой студии общались, была конференция именно по сохранению творческого наследия всевозможными способами. Я так понимаю, что сейчас, к нашему большому сожалению, но работаем. Тема эта не закрыта, и сейчас мы с вашим телеканалом делаем большой проект по тем фондам личного происхождения, которые хранятся у нас в архиве, для того, чтобы напоминать нашим землякам о том, что если они имеют таковые фонды и делают этот вклад в развитие нашего края, в развитие науки, они должны позаботиться о том, чтобы передать свои фонды на хранение в архив. И надо тут отдать должное Юрию Семеновичу. Он начал свой фонд в Государственном архиве Николаевской области в 1993 году. Первый раз передал документы. И передал он документы, начиная с 1952 года по 92-й, ну, он же их постепенно передавал по частям. И вот буквально за месяц где-то до смерти, может быть, за 3 недели, мы забирали у него огромную
коллекцию. Поехала наша специалист Елена Павловна Реброва. Он все подготовил сам. Сложил бумажечку к бумажечке, как говорится, все, что написано было. И все передал в свой фонд, потому что он понимал, насколько важно сохранить то, что собрано им для потомков. А собрал он очень много. Ну, допустим, я больше интересовалась его деятельностью, наверное, все-таки как краеведа, то хочу напомнить, что он был одним из основателей историко-краеведческого общества «Золотая ладья». И мне довелось с ним познакомиться еще, это был 96-й год, именно на «Золотой ладье». И мы с ним много спорили, потому что я сама тогда начинала заниматься как раз историей губернаторства Николаевского. Вот. И надо отдать должное ему, что, будучи работая тогда в Ленинграде, еще он не только занимался историей судостроения как такового подводными лодками, он собирал очень много материала по истории Николаева. Потому что наши фонды, очень многие поступили еще в первой половине 20 века. Вы знаете, что очень много документов было вывезено в Ленинград, тогда в центральные архивы. Вот он очень много собрал в этих центральных архивах, и в его книгах это отражено. То есть он дает те материалы, которые, допустим, наш архив не может предоставить. Это в его книгах и в его рукописях. Поэтому очень ценно сохранить эти его и его работы, и те материалы, которые собирались к этим, к написанию этих книг. Поэтому вот он это осознавал, он это понимал, и он это все собрал и сделал сам. И сам составил перечень этих материалов. Осталось... громадная подготовительная работа. Да, это громадная подготовительная работа, и мы получили уже материалы в таком состоянии, что мы можем с ними дальше продолжать работать. И немножечко оставалось, он писал последнюю рукопись, она касалась подводных лодок, и, как говорится, он сказал, что когда я закончу работу над этой книгой, я передам это все в архив. Но также я знаю, что частично он передал материалы в Николаевский музей судостроения и флота какие-то и в нашу библиотеку Крапивницкого. Да. Это в основном книги. Поэтому, конечно, его этот фонд, который его хранится в Государственном архиве Николаевской области, с ним уже работали исследователи при жизни. Вот, допустим, мы говорили с доктором исторических наук Надеждой Рыжовой, которая со своим и сама написала историю судостроения, и сама она работала с этим фондом, и сейчас уже работают те, кто пишет кандидатские диссертации под ее руководством. То есть это необычайно ценные материалы. Юрий Семенович, на самом деле, я думаю, что это тоже будет оправдано, если мы скажем, что он практически стоял у истоков и сегодняшнего краеведения. Думаю, что не погрешу против истины, потому что на самом деле вот последние, ну, наверное, десятка-два лет мы видим, насколько интересна эта тема, насколько николаевцы много читают, много издается. У нас вот в конкурсе в нашем «Краща Миколаевская книга» есть отдельная номинация «Краще краезнавчее выдание». И первые книги выходили очень давно. Вот одна из них сейчас в руках у меня, это еще 1991 год. Ирина Анатольевна, наверное, кто как не вы, в очень тесном контакте были по этим вопросам с Юрием Семеновичем, и я думаю, что он приложил руку к тому, чтобы Николаев все-таки сохранял свое лицо таким, как он должен был бы быть. Я должна сказать, что это, в принципе, настольная книга практически всех краеведов была и есть. Она вышла, потом получила несколько другую интерпретацию, она выходила дважды. История улицы Николаева и Старый Николаев. Но первая, как бы в основу легла именно эта первая книга. Я должна сказать, что мы сегодня говорим о Юрии Семеновиче как
Он не любил слово краевед, вот давайте скажем честно, он называл всегда себя историком. Он называл себя историком города Николаева. Вот он себя видел именно, он почему-то считал, что краевед это как-то немножечко сужает уровень как бы того, что он исследует. И вот я думаю, что вот в истории, современной истории Николаева, вот Юрий Семенович действительно стал тем человеком, который возобновил интерес к истории этого края, вот малой родины. То есть после него уже вот сегодня есть масса ребят, которые выросли на его книгах, которые продолжают уже эти исследования более досконально по различным направлениям. Но в принципе все они знакомы с книгами Юрия Семеновича, что история Николаева, что улицы города Николаева. И вот улицы города Николаева, они же появились тоже не случайно, потому что вы знаете, что Юрий Семенович долгие годы возглавлял комиссию по топонимике в городе Николаеве. То есть многие исторические названия улиц городом вернулись благодаря активному участию, активному воздействию на городские власти именно Юрия Семеновича. То есть улица Никольская, улица Спасская, это вернулись в 96-м году, тогда, когда Юрий Семенович возглавлял эту комиссию. Потом мне посчастливилось работать с ним уже в современной комиссии. Вот до 2005 года мы активно работали. Ну, к сожалению, не все нам удалось, но вот поддержка Юрия Семеновича была во всем. И он настолько любил действительно город. Вот он говорит, я родом из детства. Он запомнил Николаев. Вот он в своих книгах передает николаевский дух. Вот то, чего сегодня уже как бы нигде не встретишь. То есть я рекомендовала бы вот всем историкам современным вот почитать именно книги воспоминания, книги не только как бы по истории, а именно воспоминания Юрия Семеновича, потому что вот в этих воспоминаниях можно увидеть, чем жили горожане. Не просто это дом такой-то, а именно вот какие вот потребности были у горожан, о чем они переживали и как это проходило. Дело через судьбу самого Юрия Семеновича. Судьбу Юрия Семеновича это достаточно всегда интересно. Я еще должна напомнить всем нам о том, что Юрий Семенович был в составе оргсовета конкурсного жюри по выбору трех символов городских. Городская громада имеет три своих символа – герб, флаг и гимн. И вот Юрий Семенович, тоже его активная позиция привела к тому, что у нас все-таки победила на конкурсе идея возвращения к историческому гербу 1873 года, потому что было очень большое противостояние, но вот именно позиция Юрия Семеновича в этой ситуации помогла прийти к тому, к чему мы пришли. И я думаю, что вот сегодня мы говорим о том, что очень много сделано и очень много не издано. Наш отдел будет инициировать, я думаю, перед городским советом, и я думаю, что поддержку своих коллег о том, чтобы в городе Николаеве создали такую не конкурс, а даже номинацию, какую-то премию, общегородскую премию на лучшую историческую работу о городе, что позволит, может быть, таким образом решить проблему молодых историков, издавать свои труды. И в то же время мы вот говорили из Подгуренко Владимиром Сергеевичем, одним из его учеников, который был до последнего дня с Юрием Семеновичем, о том, что было бы целесообразно создать в городе такой фонд Крючкова, который бы позволил издать не только его книги, а помог бы и молодым вот краеведам, молодым историкам издавать и доносить то, что они нашли до жителей города Николаева, потому что вот два человека, которые перевернули отношение к истории города, это исследователь, историк Крючков Юрий Семенович и издатель Карнаух Валерий Анатольевич. То есть вот они нашли в свое время друг друга, и вот они действительно перевернули наше городское сознание, и нам всем стало интересно, на какой улице мы живем, кто на этой улице жил, кто был в этом доме. И вот переоценить, мы, наверное, сегодня даже еще не понимаем, рядом с каким человеком мы жили, и вот осознание этого придет, наверное, немножечко позже. Но я думаю, что вы нас поддержите в таких инициативах, и это будет в городе сделано. Потому что лучшей памяти Юрию Семеновичу, чем вот создание вот этой премии и вот этого фонда, наверное, быть не может. Я не думаю, что вот может быть сейчас появятся такие предложения назвать улицу. Вот Юрий Семенович наверняка был бы против того, чтобы вот его именем была названа какая-либо городская улица. Он всегда был против именных названий, потому что каждое поколение имеет своих героев, и он считал, что это неправильно. То есть улицы должны быть... Да, потом начинается переименование. Вот. Поэтому вот это, наверное, было бы лучшей памятью Юрия Семеновича. Тем не менее, он исследовал имена,
И вот я сказала, что мы с ним где-то были оппонентами касательно Грейга. Вот он очень, его работа первая, которая посвящена Алексею Самуиловичу Грейгу и его вкладу в развитие Николаева. Мне, допустим, больше симпатичен Богдан Александрович фон Глазенапп. Здесь ну, мы да, у каждого свои пристрастия были. Вот, но надо отдать должное, что он уделил внимание и раскрыл в свое время имя Грейга. Вот. Он мне тогда сам говорил, я написала о нем тогда, в советское время, когда этого человека, он не просто был забыт, это был... Вообще говорить о нем. Вообще о нем говорить было невозможно. А он имел такую смелость написать об этом адмирале и его вкладе. В издательство «Наука», но... биографическая книга была. Да? Вы знаете, наверное, на что я сейчас хотела обратить внимание? Вот, у нас в нашей редакции собралось уже какое-то количество книг о Николаеве, о которых мы рассказывали, презентации которых бывали в городе, и в нашем эфире тоже были презентации у нас. Ну вот сегодня, по сути, по понедельникам у нас программа, которая чаще всего посвящена николаевским книгам. И часто заходит кто-то, говорит, вот нужно реферат написать, что-нибудь почитать по истории Николаева. Самые зачитанные книги Юрия Семеновича, вот они, видите, уже такие в мягких обложках, но книги, которые неизменно пользуются спросом, и уже ни у одного нашего сотрудника они побывали, их читают, их перечитывают, к ним возвращаются, и я думаю, что так будет еще долго на самом деле. И вы знаете, о чем я хотела еще несколько слов, чтобы мы с вами сказали, у нас немного времени осталось, всего 4 минуты. О том, что вот мы говорим сегодня, Юрий Семенович ученый, Юрий Семенович историк, а он ведь и литературный свой талант реализовывал. Вот даже вот эти книги, которые я сейчас держу в руках «И на грани веков», это исторические повести, да, в основе исторические события, но это художественное произведение. И перед вами, Ирина Анатольевна, тоже работа. Ну, дело в том, что вот эта работа была самая первая литературная работа, «Соль на ранах». Я должна сказать, что я благодарна Юрию Семеновичу, что он позволил мне, ну, дал мне свою рукопись. Я понимаю, что Людмила Ивановна, это жена Юрия Семеновича, была первым читателем всех рукописей, всех этих. Ну, он меня назвал первой читательницей и тем человеком, который подсказал, что действительно это надо издавать. Я думаю, что мы это правильно сделали, что мы издали. Я должна сказать, что когда Юрию Семеновичу Кричкову вручал городской глава «Олейник» награду «Почетный гражданин города Николаева», вот мы делали с Людмилой Дмитриевной Хлопинской выдержки из этой книги, потому что они настолько характеризуют вот общее, настолько раскрывают Юрия Семеновича, вот он и тот исследователь, который он рассказал о себе сам, то есть в принципе он составил свою автобиографию, он составил список работ, которые он сделал, он все систематизировал вот в этом вот весь Юрий Семенович. Он понимал, что в принципе лучше, чем он о себе сказать, никто не сможет, чтобы мы не додумывали, не придумывали. И благодарна вот в этой книжке, это вторая как бы это продолжение, она совершенно другая эта книга. И тоже как бы вот и Ирина Александровна Гудым помогла ему, сказала, что да, надо издавать, Юрий Семенович. Ну, к сожалению, это было не в вашем издательстве, но тем не менее Ирина тоже сыграла в этом. Она ему сказала, нет, Юрий Семенович, это будет преступление не сдать. И уже после этих книг пошли все остальные книги именно художественного плана, и уже Юрий Семенович у нас признанный николаевский писатель. Его книга, кто-то, «Княжна Тараканова». И «Княжна Тараканова», да. Это автобиографические повести. То есть мы его можем отнести и действительно к тем, кто занимался художественной литературой. Ну, вот. И они кто интересно читаются. Кто многогранен человек, это и судостроение, потому что это отрасль для меня, допустим, где-то очень далека, да, вот, и это и история, это и художественная литература, вот, и активная гражданская позиция, которую он занимал в жизни. Я позволю себе упомянуть еще одной книге, которая сегодня не прозвучала, это «Корабль и эстетика». Это исключительное издание, самобытное издание, аналогов которого я, например, не знаю. И вот в разговоре с Юрием Семеновичем
он говорил, что, ну, я, конечно, планирую, он хотел издать ее цветными иллюстрациями, и, наверное, это бы действительно здорово смотрелось, хотя там цветные иллюстрации только несколько страничек вкладок. Но дело в том, что Юрий Семенович, у него же колоссальный, высокого уровня художественный вкус. Он сам великолепно рисовал и иллюстрировал отдельными фрагментами свои книги. То есть это издание еще одно уникальное, еще один пример уникальности его таланта. Юрий Семенович Крючков был, во-первых, он настолько знал историю, культуру, поэзию. Этот человек был многогранен в своей жизни. Ну и как личность, я вам хочу сказать, вот у меня столько убеждения, что он был совестью нашего города на протяжении нескольких десятков лет. И вот с этим, я думаю, не может никто не согласиться. Мы на цій ноті завершимо нашу сьогоднішню програму. І, знаєте, я відкрила ось ця книга «Соль на ранах», ми її вже показали. Одна коротка цитата наприкінці нашої програми із передмови до цієї книги. Власне, не передмова, а ну таке, одна із передмов. «Я буду щаслив, якщо мій розказ послужить хоча б маленькою данью дитинству, городу і друзям, які незрімо живуть серед нас». Його життя, його робота – його книги, його творчий спадок ще довго служитимуть нашому місту і городянам. І справді, сьогодні ми говорили про те, що його ім'я гідно вшанування, якою формою, якої форми набуде, про це городяни ще будуть говорити, але я впевнена, що буде так. Дякую вам. Дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Я впевнена, будемо ще повертатися до цих книг, до тих, які ще обов'язково побачать світ, і про які ми будемо говорити миколаївцям. Дякую. Спасибо. Дякую і вам, що ви були разом з нами. Пам'ятайте наше минуле, звертайтеся до розумних і добрих книг. І у нас з вами буде спільне щасливе майбутнє. Хай щастить в ефірі, побачимось.